Вейт, славян, 30 лет, сказал, а, собака Эврион, ребята, давайте без воды. В общем, есть просьба ко всем вам. Ситуаций сложных было много и будет в будущем еще больше. Когда по консулуту отдается шмот, давайте сделаем так. Если я отдал кому-то шмотку, а у него там таких еще 3 или 4 и дубликаты и ПВП и ПВЕ и 1000 спеков и 153 784 твинка, а у вас один персонаж и один спек, значит я долбаеб. Но блять, давайте не будем это мусолить во время непосредственно рейда, решите как правильнее между собой, общайтесь друг с другом, потому что я могу быть не в курсе ваших предпочтений в игре. Пишите друг другу в ПМ и решайте это по-тихому. Если вопрос такой сложный, что будет влиять сильно на рейд в геру, ЦЛК 25 гер и другой гер контент, и я отдал, грубо говоря, танку, к примеру, ДД-треню, которая нужна больше, чем один ДД в рейде, к примеру, себе взял чешку на ДК, хотя у меня нихуя спека даже нет ДД, то тогда я ошибся или чего-то не знал, в таком случае сразу кричите в дис, что так хуево и что надо по-другому отдать, но аргументируя это тем, что в гире так лучше будет для рейда в целом. А по всем остальным случаям по 10 персам там и спекам разным и кто кем в гире играет, решайте в ПМ кто кому как уступит и так далее. Но ребята, если вы хотите играть каким-то определенным спеком и у вас один персонаж и это редкий хил или танк в рейде, то для начала надо быть уверенным, что вашего хила кто-то в состоянии в рейде заменить полностью и ваш ДД будет соответствовать другим топ-ДД в рейде геры. Ну вот рарник Холи Дринг, допустим, по 20 дают и вы решили поиграть ретриком, а ходите хилом. Для того, чтоб им поиграть, надо, чтоб был хпал и чтоб не было ретрика, в общем, задача нетрудная. Но я всех прекрасно понимаю, другие спеки и что-то новое это замечательно, для теста новых спеков для расслабона я хочу организовать второй рейд. Вейт, славян, 30 лет, сказал, а, собака Эврион и поэтому... Покуда нет нужды в каких-то особых классах и вы ходите дефицитным классом и спеком в рейд, вы будете получать шмот как на офспек только после того, как люди получат этот шмот на мейн. Но опять же напомню, что при консуле, лучше порешайте это между собой в чате в игре в ПМ без выноса на всеобщее слушание во время рейда. Я никого не наказываю за то, что вы передаете шмот в ТТГ-25, главное, чтобы у участников ГЭИ не было конфликтов и неприязни друг к другу и между собой. А также не забывайте, ребята, кому мы собираем шамы, вся гильдия ходит в эти рейды только за осколками, шмот там лутают только 245 челики, кто недавно Т4 выбил, и многим не надо в инсты абсолютно ничего. Но это не значит, что туда не надо ходить, потому что если вы туда ходите, у нас постоянно есть среда, где можно смотреть и обучать новых людей. Кроме того, когда вы захотите создать твинка и научиться играть за другой класс, у вас будет прекрасная возможность это сделать, не забывайте это. В общем, старайтесь жить дружно, каждому давать второй шанс и даже больше. Потому что добро всегда возвращается, а зло не только возвращается, но и становится в 10 раз сильнее и как яд отравляет всю нашу жизнь. Поэтому если вы не спешите продать перса, проявите, пожалуйста, терпение, давайте трудные решения принимать вместе, и на глупость, слабость и ошибки людей лучше 7 раз промолчим и сделаем вывод либо замену, чем выплеснуть негатив и жить в говне вместо нормальной жизни. Спасибо всем, кто прочитал, надеюсь, это возымеет результат.